Ну, а сюда, в Коломию, я приехала. У меня тут есть подруга. Ну, когда началась война, уже начала звонить, трезвонить, все, бросай, приезжай. Жизнь одна, с жизнью надо дорожить. Все такое, вещи это наживное. Так, уже волнуюсь. Ну, а так мы приехали. Тоді почали виїжджати, коли були якісь утиски там з боку влади тої, що там була, що там появилася влада. Були утиски. Що якщо я сьогодні і завтра ще там десь хожу вільно, то післязавтра я можу бути у підвалі. За проукраїнську таку позицію, це дуже мене лякало, це чесно скажу. І тоді от вирішила виїхати. Мы рассчитывали на то, что мы уедем на там, несколько месяцев хотя бы, ну а потом вернемся. Вещей очень мало мы брали, потому что мы не рассчитывали, что мы очень долго здесь останемся, во-первых, а во-вторых, ну куда ты не возьмешь же много. И было как-то немножко, ну не по себе, потому что здесь люди немножко другие, и ты не знаешь, какие у них тут, ну там, привычки какие, вот, ну, незнакомые тебе люди. То есть какой у них менталитет, хоть и это все равно Украина, но все равно это чуть-чуть отличается. І от це була сложність. Люди приїжджають, ми не бачимо різниці, знаєте, що вони якісь не такі, чи вони хтось... У нас нема такого, що ви і ми. У нас такого немає. Просто, напевне, знаєте, люди стикнулися з такою проблемою, що вони там залишили все. І вони тут трошечки не можуть себе знайти. Якщо біженці, то це так. Висмикнули з одного ґрунту, а посадити в інші ще не встигли. І це треба добратися до того ґрунту, щоб приживитися, щоб дати собі раду. Ой, ну все одно домой хочеться, в свій дом. Как-то потом просто ты вливаешься уже в эту жизнь, и немножечко забывается, что там было. Ну, как там было, допустим, страшно или неизвестно, вот непонятно, как и что будет. И, ну, привыкаешь, человек ко всему привыкает. Мне приятно, допустим, здесь жить, если так можно сказать. Но мне хотелось бы иметь возможность туда хотя бы ездить, потому что мы не можем даже, ну, навестить там родных, вот, ну, там все родственники у нас остались. А если бы вы возвращались домой, что бы вы отсюда взяли? Ну, что бы вы привезли? Вышиванку. Кроме материала. Мы не одни, ні, мы не кинуті. Мы просто зараз намагаємося прижитися на цьому новому ґрунті, до якого ми ще не добігли, щоб про рости корнями. А там еще одна песня. Для меня специально местный композитор написал музыку, Федор Митько. И я там ее пою. Мне эта песня очень нравится. Землину, мов дитя, долоня колесали, а близлита ряснили край села. Когда мы вот сюда приехали, для меня было, знаете, такое вот идешь, украинский флаг висит. Если там мы когда уезжали, не было этих флагов наших, да, стояли их неизвестно, на міській раді стоял там флаг ДНР, ЛНР их не. То тут приезжал и действительно радовался этому флагу, да, то я не знаю, такие же, конечно, эмоции были, когда идешь по улице, видишь флаг Украины, то душа вот радовалась. Это самое главное. Семья, что рядышком, что мы все вместе, что нас эта война не разделила никак. И вот мы еще учили. Е, у каждого знает, знай, на-на-на, сердце мрия своя. Знаю я, знаешь ты, най-на-на-на, це не сон. Кто прийшов в новий час, най-на-на-на, знай, досягнути мети, най-на-на-на, можна тільки разом.